где же друг твой? Ему была я рада. Мой друг ушел, но он вернется. Ушел, как жаль. Жаль, отчего? Я рада всем, кто здесь бывает, и редко остаюсь одна. Мои друзья во время сна оставили меня, и вот никто из них не знает, что я проснулась. Это я. Я сон нарушил ваш. Простите. Вы мне предстали, как видение небесной чистой красоты, как призрак сладостной мечты, как облик чистый вдохновенья. Мой крик невольный восхищения вас разбудил, и предо мной вдруг ангел небо стал земной. Да вижу я мне видение, и вам дано судьбой внушать любовь, страдать, любить. Ты говоришь так непонятно, не знаю, но слова твои мне слушать странно и приятно, от них кружится голова. Странно, в груди рождается волнение, и вместе странные сомнения. Должна ли слушать я тебя? К чему? За что? Возьму себе на щит и буду
Где твои цветы?
цветка. Вам мысль не приходила, что грозная, жестокая судьба вас дара драгоценного лишила? Ужели вы не знаете, зачем у вас блестят безжизненные очи? Зачем глаза даны мне? Для того, чтоб плакать. Плакать в вечном мраке ночи. Как будто ты не знаешь, что от слез печаль проходит легче и скорее. Так все в природе после летних гроз становится душистей и бодрей. Но, значит, нет в твоей груди желания видеть свет и славу мироздания. Что значит видеть? Свет познать прекрасный. Прекрасный, что такое свет? Чудный дар природы вечной, дар бесценный и святой, в нем источник бесконечный наслаждения красотой. Солнце, небо, звезд сияние, море в блеске голубом, всю природу и создание мы лишь в свете познаем. Кто не знает блага света, тот не может жизнь любить. Мир землей во мгле согретый должен сердцу чуждым быть. И познал я недостойный вас удела красоты, стал рождественный и стройный. Это дар природы вечной, дар бесценный, дар святой.